В редакцию интернет-ресурса abv.by приходит огромное количество различных вопросов на автомобильную тематику от пользователей сайта. Некоторые из них связаны с шинами, ну а на самые сложные из них редакторы сайта попросили помочь ответить нас. Компания «Автосеть» с удовольствием поможет ответить на эти вопросы. Есть вопрос. Как жара влияет на шины? В принципе, жаркая летняя погода никак не влияет на летние шины. Резиновая смесь летних шин, собственно, и предназначена для раскаленного асфальта и жаркого летнего зноя. Протектор устроен таким образом, что обеспечивает отличную вентиляцию, не допуская перегрева. Однако стоит помнить о том, что нужно контролировать давление в летних шинах в жаркую погоду, особенно тщательно придерживаясь максимально предельно допустимого уровня давления в шинах, который рекомендует производитель вашего автомобиля. Кстати, о давлении. Его проверять необходимо на холодных шинах, то есть на тех, которые некоторое время были без движения. С зимними шинами, которые наши водители так любят докатывать летом, ситуация обстоит гораздо хуже. Резиновая смесь зимних шин по своей природе более мягкая. Сделана она такой для того, чтобы при низких зимних температурах она оставалась эластичной и не дубела. А вот при летнем зное резиновая смесь начинает плыть, и ни о каком хорошем сцеплении в поворотах и отличной курсовой устойчивости говорить не приходится. Соответственно, вы получите более длинный тормозной путь, замедленную реакцию на органы управления автомобилем, плохое отведение воды из пятна контакта, повышенный риск аквапланирования, ну и, естественно, повышенный износ рисунка протектора.